Фонарь бы сейчас не помешал. Будем делать обход, возьмем. Нет, Рюмыч, сейчас в самый раз. Ладно, схожу. Угу. Будет страшно, кричи. Опа! Ты как в воду глядел. Подожди, подожди. Может, пробки? Я пойду посмотрю. Ты здесь сиди пока и поглядывай. Хорошо, если пробки. Если что-то на линии, то это может быть надолго. Если что-то на линии, тоже хорошо. Хуже, если что-нибудь еще. Всю охрану в дом и на двери. Не нравятся мне ваши эти пробки. Славик, бегом в подвал, запускай дизель. Твою мать! Это не пробки. Перебить силовой кабель. Аким, у нас гости. Понял. Оба на дверь. База, это лесной объект. Грачи прилетели. Нужна срочная помощь. Понял. Ждем. Когда они будут? Через 10 минут. Ризой Иракович, здесь охрана 5 человек. Это не считай водил. Это может быть серьезно. Я что-то не знаю. Возможно. Рюмыч, цел? Цел. Уходим в дом. Рюмыч, это ты? Что? Дверь, дверь. Нет, ветер, наверное. Заходим, прикрой меня. Готов? Давай, на счет три. Раз, два, три! Давай, Митрич! Аким, по нам стреляли. Знаю, где вы? Мы в прихожей. Дверь под контролем. Как думаешь? Почему нас оставили в живых? Не знаю и знать не хочу. Зачем? Пригодится. Мазай, что там у тебя? Все тихо. Подстрахуй Славика. Понял. Он уже здесь, в доме. Почему он? Почему он, а не они? Потому что это месть. Личная месть. Моя секретарша-референт, Эрика, которую недавно убили. Он думает, что это я. Он один. Меня предупреждали. Кто он? Кто такого, я не вычислил. Мазай, что там у тебя? Мазай! Готовься, в коридоре.
Бить по двери на любой звук. Стоп! Там никого нет. В комнате кто-то есть таким, ты понял? Понял. Сказали, что ей ничего не угрожает. Да, он обещал ее не трогать. Но ее заказали уже давно, и, судя по всему, они просто не успели остановить заказ. Так бывает. Так бывает. Они узнают, как бывает. Ну что, вернулся? Вы за мной? С какой это стати? Хватит глупости, Игнат, хватит, сынок. Может быть. Да не может быть, а точно. Тебе не на кого обижаться. Так уж сложилось. Я знаю. Я ухожу. Куда? А куда тебе идти? Ты же сам все понимаешь. Я понимаю. Но ухожу. Все равно ты с этим снова столкнешься. Так устроена твоя жизнь. Держи. Это твоя судьба, Ворон. Поэтому тебе некуда идти. Пройдет время, и раны затянутся. Так устроена жизнь. И все еще будет по-другому. Это точно. Теперь все будет по-другому. Пойдем, отвезу тебя домой. Спасибо, товарищ генерал. Я пройдусь. Только не принимай скорых решений. Не обязательно уходить. Я могу откомандировать тебя в резерв. Тем более, что официальная версия происшедшего к тебе вообще не имеет никакого отношения. Путь назад для тебя всегда открыт. Но ты и сам без этого не сможешь.
Воронов, войдите. Мне рекомендовали тебя хорошие люди. Сказали, что положиться на тебя можно. Я надеюсь. У нас охранное агентство с хорошей репутацией. Это обязывает. Я знаю. Значит, погранслужба. Это вчера. Офицер запаса. Это сегодня. Все как обычно. Ну, хоть чем-то ты можешь похвастаться? Чем, например? Ну, я не знаю, но чем все обычно хвастаются? Мастер спорта по боксу, чемпион области по стрельбе, ну, какой-нибудь пояс по карате. Для меня как-то не до соревнований было. Ладно. В штат пока не возьму, но испытательный срок дам. Водилы пойдешь? Хоть тушкой, хоть чуть-чуть. Хорошо, Воронов, это утешает. Если будут крупные мероприятия, походишь в охране. Побудешь. Там посмотрим. Любочка, найдите мне Афоню. It's been a hard day's night, and I've been working like a duck. It's been a hard day's night, and should be sleeping like a lock. But when I get home to you, I find the thing that you do, you make me feel all right. You know I work all day to get money to buy your things, and it's all for just the air you say. You're gonna give me everything. Fish? Several months without water? It's a unique creature. A miracle. Several months without water. It's a tropical sun. It would make a wobbler. Is that what you have with your beer? Yes. Rainbow Widow is not wobbler. It's a labyrinth fish. There's many such kinds, but Rainbow Widow. But I think she's very beautiful. You see, when a female spawns, she's iridescent. As soon as the male stops inseminating, she gobbles them up. She's gorgeous. This moment. That's why she's called a widow. A rainbow widow. And she really can be so long without water? The mucus helps her to live. The mucus is a drug. If a person takes this mucus, he may go into a narcotic trance. This mucus is the best healer in the world. It can skin over a tattoo in a couple of hours. You know, I think I would have a tattoo. Unfortunately, I'm not making tattoos. And I know. But I guess I can have a good master here, because my husband, he knows a lot of them. Your husband's a very nice man. Thank you. He really is. I heard that both of you run one of the biggest companies in Moscow. It's true, too. If you decided to have a tattoo, what design would you choose? I would try this one. Так, красотка, ну-ка отвали. У Михаила свою жену оставил, какие что, родственник? Да нет, это Лайон Татл, великий человек. Он в свое время делал татуировки всем легендам рока. И так вот просто, незаметно сам стал легендой.
Хочешь, спросим, может быть, тебе сделают. Это для меня давно уже лишнее. Вика запала. Все равно я бы в этом бардаке жену от себя далеко не отпускал. Да ничего, она у меня вполне самостоятельная. А ты бы лучше за своим братом приглядывал. То говорят, он все трюки сам без дублера проделывает. Кино. Женится. Тогда посмотрим. Щедринская дочка. Что ты? Она кого хочешь на место поставит. Я, кстати, вчера с Щедрин по поводу наших дел разговаривал. Он не против? Конечно, не против. Мы с ним все это обговорили. Быстро. And you know what? I guess we shall break the rules. What do you mean? I'll make you a tattoo. To stretch and break the rules is my profession. Аккуратнее, аккуратнее! Подожди-ка, я сейчас. Сколько раз тебе говорят, ну держи ты дистанцию. Да хрен его держишь, поэтому опасно. Попался, руки отпустите. Стоп, Юра, все, все свои. Не смотри на меня так, все нормально. Иди. Здорово. 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 Ну что ты здесь делаешь? Как ты вообще сюда попал, на это сборище идиотов? Ну а ты как сюда попал? Я случайно, так надо было переговорить кое с кем. Видел, видел. Ты что, не подошел? Ну так, не хотел тревожить. Так, это, пойдем сядем и выпьем. Нет, я не могу, я на работе здесь. Это что это за работа такая, когда старые кореша не могут словом перекинуться? Или я тебя засвечиваю? Да нет, Вов, засветить ты меня уже не можешь. Я же ушел со службы. Не совсем. Там, откуда я ушел, просто так не уходят. Мне дали такую возможность, и это дорого стоило. И где ты сейчас? Работаю в частном охранном агентстве. Ты охренел. Сколько раз я тебе предлагал нормальную работу? Вся служба безопасности твоя. Бабок выше крыши. Но мне действительно нужен по-настоящему свой человек, на которого я могу положиться. Какое-то охранное агентство. Ты же сдурел. Ладно. Мне пора идти. Так. Короче, у нас тут скоро премьера. Андрей, ты моего помнишь? Нет? Ну, конечно. Вот пригласительные на два лица, чтобы был обязательно. Там поговорим. И вообще, Андрюха скоро женится. Представляешь, младше, скакал старше. Я знаю, читал в газетах. Привет ему передай. Обязательно, он будет рад. Часто тебя вспоминает. И вот еще кино, да, это? Да. Он говорит, что он типа там тебя играет. Ну, иди, иди первым. А то еще вместе увидят, подумают, что ты с потрохами продался криминальному миру. Это теперь вроде бы не криминальный авторитет, а финансово-промышленный туз. Ну, туз не туз, а карта прикольная. Ворон, мое предложение остается в силе. Охранное агентство. Я тебе устрою охранное агентство.
Ты произвела на акционеров неизгладимое впечатление. Ну, я старалась. Твоя сегодняшняя речь – это что-то? На вот. Что это? Краски. А самые зачем? Дорогие, самые лучшие. Зачем мне краски? Краски для татуировок. Я же знаю, что ты не ограничишься одной. Не волнуйся. В отличие от тебя, у меня есть чувство меры. Этому подарку любой профи позавидует. Радужная вдова? Что? Вика, ты в порядке? Да. Все хорошо. Сбежали с корабля. Как они? Все хорошо. Только что покормила, сейчас буду спать укладывать. Привет. Ой, привет. Усики. Привет. Вика маленькая. Лёша маленький. One second, please. Now, this will allay any unwelcome sensation. What is it? Something we were talking about, a rainbow widow. Take it. It's my small present here, just in case you fancied to have a tattoo for your husband. It's a nice idea, thank you. But keep it away from people, please. It's a narcotic and a very serious one. Okay. Попробуй. Это называется кулебяка с рыбой. Ты начала печь? У нас в доме революция. А запах какой. Я готов сожрать это вместе с блюдом. Я на таких жертвах не настаиваю. Где ты этому научилась? Природа, милый, пробуй. Пробую, обалденно. Тебе нравится? Очень. Если континент разорится, мы откроем с тобой кафе. Мне обеспечена сытая старость. Тебе правда нравится? Ты напрашиваешься на комплименты? Кто тебя этому научил? Интернет, конечно. Больше некому. Ты знаешь, мне кажется, что Виноградов не одобряет ваше сотрудничество с Лютым. Петр всегда так. Он сперва конючит, потом соглашается. Он и тебя не очень жаловал в роли еще одного вице. Это элементарная ревность. Сейчас, по-моему, вы лучшие друзья. Он намного старше тебя? В общем, да. Но мне кажется, что Петя родился взрослым человеком. Он у нас человек-пиджак. Родился и стал приносить деньги. Спокойно, уверенно. Кап-кап. Ну, ты знаешь, он только кажется серьезным дядей в пиджаке. Ты видел его в казино? Нет. Я видел. Знаешь, как дядя заводится? Мы с тобой дети.
все-таки ты знаешь насчет Лютого. Если это будет только твое решение, Петр еще согласится. А если оно будет наше совместно, то... Но лучше всего пусть это будет его решение. Надеюсь, это будет несложно сделать? Я не узнаю собственную жену. Ну, женщины всегда более обстоятельны. Они в арьергарде популяции. Мне кажется, я давно не тискала одну популяцию. Нет, мне тоже так кажется. Наелся? Может, еще кусочек? Нет, спасибо. Пошел дневной секс. Понял тебя. Это рыба, из которой делают вытяжку для заживления. А это как талисман. Рыба-дракон. Красивая. Осторожно. Эта вытяжка сильнейший наркотик. Сильнее тебя наркотика нет. Целую, пока. Кофе готов? Готов. Кто звонил? Папа. Ну и чего? Он хочет с нами сегодня встретиться. Что за срочность? У меня сегодня дело не в проворот. Ты понимаешь, он не сказал. Это его обычные дипломатические увертки. Дипломатические? Знаем, какой он был дипломат. Все это прикрытие. Мастер плаща и кинжала. Ну, кричи не с тебя колесится. Ну, а как бы ты иначе родилась в Южной Африке? С ними не было никаких дипломатических отношений. Ладно, не обижайся. Давай сегодня пообедаем вместе. Ресторан выбирай. Алло. Лидия Максимовна, это Вика. Я не могу дозвониться Алексею, у него все время занято. Скажите, чтобы они без меня ехали в ресторан. Да, я застряла в пробке. Спасибо. Добрый день. Добрый день, Анатолий Петрович. Вика только что звонила, просила передать, чтобы вы ждали ее в ресторане. Хорошо.
меня нет никакого желания портить вам настроение, но я говорю, что знаю. Все это не беспочвенно. Уж поверьте мне, ничего такого просто так не бывает. Я вам верю, но что конкретно? Что конкретно происходит такого, о чем мы должны беспокоиться? Слава богу, пока еще ничего конкретного. Когда это становится конкретным, то это уже поздно. Стоять, а? Да, Петр, слушаю вас. Ты где сейчас находишься? В машине? Остановись, пожалуйста. Припаркуйся. Я прошу тебя, Вика. Ты остановилась? Да, Петр, я слушаю. Что случилось? Вика, тебе сейчас понадобится много мужества. Только успокойся, родная. Укушение. Твой отец в критическом состоянии. Они вдвоем выходили из здания. Алексей. Его больше нет. Знаете, контракт «Шале-Рояль» у нас временный, с испытательным сроком. А мне нужно, чтобы он был постоянный. Так что не подведите. Прежде всего, корректность и безопасность. Схема дежурства обычная. Оружие у старшего, старший Афоня. Черт тебе дери, Воронов, да ты прям голливудская звезда. Yes, ma'am. А ты парень веселый. Смотри только, работа у тебя сегодня серьезная. Ну надо же, ну сколько красивых мужиков пропадает. Может, пока не поздно переориентируемся в модельное агентство? Мужскую версию Red Stars какой-нибудь, а? Red Bulls. А ты сегодня разговорчивый. Ребята, мне нужен этот контракт. Удачного дежурства. Шале Рояль — это тебе не просто казино. Это скорее клуб для богатых. Там все, от боулинга до сауны. Но народ там непростой. Можно нажить неприятности. Главное, баб не трогай. Не буду. Вот и хорошо. Будешь со мной в VIP-зале. Там поспокойнее. Это наш новенький Игнат Воронов.
А меня здесь все кличут Борисовичем, правда, Фоня? Правда, Борисович. Ну и отлично. Давайте все по местам, скоро открываемся. Борисович народ уважает. А баба Дидыша так просто млеет. Он, по-моему, тут и всех перетрахал. Пойдем, покажу вип-зал. Так или иначе, но пока его состояние мы определяем как стабильное. Это значит, не туда и не сюда? Ну, конечно, это не та стабильность, о которой мог бы мечтать живой человек. Ну, что поделать, коли так вышло? Коли так вышло, именно поэтому надо что-то делать, а не сидеть сложа руки. Простите, но мы не сидим сложа руки. Простите меня, я не это хотела сказать. Конечно, вы можете перевести его за рубеж в частную клинику, нанять лучших специалистов. Но даже если это вы сейчас сделаете, то это ничего не даст и пока и не требуется. Надо хотя бы дождаться, когда он начнет реагировать на внешние раздражители. Но он узнал меня. Вы понимаете, я знаю, что он узнал. Возможно. А возможно, это лишь рефлекторное слезоотделение. Будем рассчитывать на лучшее. 9. Карту. 15. Себе. 17. Пожалуйста. Это Мели, крупнейший производитель осетинской водки. А если учесть, что 90% всей нелегальной водки производится в Осетии, то сам понимаешь. Пойду-ка я в бар схожу. Здесь 10 штук, сходи, поменяй. Ну, сдавай. 10. В карту. 14. Себе. 20. Пожалуйста. Мы играем, выигрываем, мы играем, проигрываем. В общем, играем. Правильно я говорю? Правильно. Кто не играет, тот не выигрывает. Карту. 19. Себе. Много. Вау! Вау! Кто, мили, дела пошли в гору? Мы играем. Вот. Молодой человек говорит, кто не играет, тот не выигрывает. Пусть он постоит здесь, он приносит удачу. Но если он будет стоять здесь, кто же принесет удачу мне, мили? На заре туманной юности я преподавал экономику. Это называется конфликт целей. Действительно. Кто принесет тебе удачу? Ты прав, Борисович. Никто. Карту. Спасибо. Кто там такой? Пойди разберись. Руки на сердце. Стоять! Ловы провешиваем! Кто такой? Всех! Провешиваем! Я тебе только джино! Здесь солидные люди! Встал! В стене! В стене! Шаг назад, руки выше! Успокойтесь, они делают свою работу. Ноги расставь! Тебе что, очень весело? Извини, старая травма. Еще раз башку повернешь, я тебя всего травмирую от и до. Ментовской беспредел! Что ты сказал, Борзота? Я сказал, что это наглый произвол, а я с этим разберусь. Обещаю. Это называется, они делают свою работу? Хреново делают. Oh!
лечат они парня. Хафуня, Хафуня. Так, 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 так. Что здесь происходит? Оказал сопротивление. О, это нехорошо. Сопротивление властям. Кто здесь управляющий или директор? Я. В общий зал. Мне нужна вся документация. С какой стати? Плановая проверка. Во имя козлы. Эй, ты там, заткнись. Вы же понимаете, мы можем все забрать сами, так что не тратьте ни наше, ни свое время. Послушайте, врываются какие-то люди в масках, начинают избивать моих клиентов, персонал. Откуда я знаю, кто вы? Бандиты или милиция? Никаких документов не предъявили, ничего. Я знаю, что ключи от сейфа всегда находятся у тебя. Ты сам отдашь или мне ребят попросить? Я ведь там могу найти такое. И черную кассу, и еще кое-что посерьезнее. А вот насколько посерьезнее, это зависит от тебя. Лицом к стене! Что ты мне туфту гонишь? Как будто я не знаю, кто вас прислал. Один звонок, и всех вас... Знаю я про твоих покровителей. А теперь слушай сюда. Я у тебя здесь найду 99 нарушений. А потом ты можешь звонить кому угодно, хоть Господу Богу. Ты меня понял? А это уже не просто превышение власти. Это уже беспредел. Я действую согласно оперативной информации. Поступил сигнал. И если я в ходе плановой проверки кое-что здесь обнаружу... Никакая оперативная информация не позволяет вам избивать людей. Солидный человек. Не оказывал вам никакого сопротивления. Да у меня здесь полно свидетелей. Хочешь подать жалобу? Пожалуйста. Пиши заявление. Кто вас бил? Он вышел, тот. Третий. Вот незадача. А как же мы его узнаем? Он, наверное, был в маске? Ключи. Обыщи. Ключей нет, пусто. Я жду ровно одну минуту. А там, считай, сам напросился. Соглашайтесь, но не сразу. Ровно через 15 секунд. Хорошо, я согласен. Давайте договариваться. Но вот что и требовалось доказать. Совсем другой коленкор. Скажи своему, чтобы положил оружие, иначе я отстрелю тебе башку. С огнем играешь. Ну! Ладно, ладно. Хорошо. Выполняй. Вот делай, что тебе говорят. Хорошо. Теперь ползи назад. Хорошо. Афоня? Афоня, подъем! Забери у него оружие. Спокойно. Все все делают спокойно, тогда все сегодня вернутся домой. Борисыч, вы кому-то хотели позвонить? Уже звоню. Ох, нарываешься, ох, нарываешься. Я ж тебя в лоскуты порву. Заткнись, мусор, я ведь тебя сдать могу. Тебе статьи перечислить или не надо? Свидетелей моря. Правда, это на усмотрение Борисыча. Полный зал свидетелей. Я первый. Уже едут. А если ты еще раз сюда заявишься таким образом, то я выполню свое обещание.
я отстрелю тебе башку. И это уже на мое усмотрение. Потому что такой мент, как ты, хуже любого бандита. Маски масками. Но парочку твоих ребят-то мы узнаем. И никогда не говори «заткнись», мусор поганый. Карту. Недоразумение. Теперь все в порядке. Все в полном порядке. Нам ведь не нужны конфликты. Не нужны. Я тоже так думаю. Поехали.